такая скрытая опасность на берегу для купальщиков. Очень надо быть внимательным перед тем, как заходить в воду. Особенно, когда мутная вода, не такая прозрачная, как здесь, и не видно то место, куда наступает человек. Там или запуталась, блядь, ты смотри. Или это труп, блядь. Это труп тронь, блядь. Вот это, да это труп. Да дети, бля, какие-то. Она вон хвостом даже не шевелит. Думали, змея притаилась и создала таким образом угрозу для людей, которые заходят или выходят в прибрежной части в воду. А оказывается, все гораздо проще, банально и, к сожалению, трагически для змеи закончилось. Брошенный кусок сетки, намотавшийся на какой-то трос, значит, привел к тому, что змея, перемещаясь вдоль береговой линии, застряла головой в этот пучок сетки и фактически задохнулась на 20-сантиметровой глубине. Хотя змея крупная, большая, и с учетом того, что сейчас весна, судя по всему, еще и это взрослая самка, которая, возможно, бы дала какое-то потомство. Но есть так, как есть. Небрежные рыбаки бросают свои сетки, и это приводит к гибели подводных обитателей.